Слава Иисусу Христу! Віки слава! То, що пастор молився, я майже нічого не розуміла. Може, пару слів. Бо пам'ятайте, я з дому виїхала, як мала пару місяців. І лише поїхала до Німеччини, я лише німецьку мову знала і українську. І по тому американську. Так що я є півнагев українка, але більше американка. Тепер я буду по-американськи говорити. Today I'm going to present the lesson of the parable of the persistent widow. Сьогодні я хочу вам сказати слово, яке основано на основі притчі Ісуса Христа о настойчивой вдове. If you have your Bible, please open up to Luke 18. Если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте Лука 18 глава. In this chapter, и в этой главе, Christ painted a picture of power. В этой главе нарисована именно ситуация, когда Иисус являет свою силу. And this power can change at the top. И эта сила нам может изменять. Let us pray. И давайте помолимся, чтобы Господь открыл сейчас. Father, we thank you for this day. Господь, благодарим Тебя Lord, за этот день. All of us just worship and love and adore you. Все сейчас мы поклонялись Тебе, превозносили Тебя и восхищались Тобой. Fill your presence in this place. Господь, наполни это место своим присутствием. In the name of Jesus. И во имя Иисуса Христа. And in His blood. И во имя Его крови. We bind all the negative spirits of the devil. И мы связываем все негативные духи дьявола. And we command them to flee. И мы приказываем им сейчас уйти прочь. And we ask the Holy Spirit. И мы просим Духа Святого. To open our eyes. Открыть глаза наши. Our ears. Наши уши. And our spirit. И наш дух. To hear the word of God. Чтобы услышать слово Божие. Father, use me. Господь, используй сейчас Марию. As your voice. Как свой голос. To bring a message of hope. Чтобы принести месседж надежды. And healing. И исцеление. To these wonderful people. Всем этим прекрасным людям. In Jesus name. Во имя Иисуса. Аминь. In Luke 18:2. В 18 главе, 2 стих. Читай. В одном, till what verse? Two. Okay. В одном городе был судья, который не боялся Бога и не стыдился людей. Judges have power over the lives of people. Мы знаем, что судьи, они имеют определенную власть над судьбами людей. These people appear before them in court. И мы знаем, что люди, они предстают перед судьями в судах. Court demands respect and order. И когда человек в суде, то в суде обязательно должен быть порядок, и должно быть все как бы благочинно. People have to stand before a judge. И человек всегда стоит перед судьей. And address them as your honor. И обращается к нему как ваша честь. They have to be properly attired. И они должны также быть определенным образом подготовлены, одеты. Judges' heads can puff up with pride. И голова судьи, она может быть puff like. What do you mean? Swell. Ну как бы голова судьи, судья окружен определенной такой гордостью и честью. And importance. И он знает себе цену, важность свою. And this can impact. И это таким образом влияет. How they render justice. И на то, они обличены властью, на то, как они выносят решение потом. And when they give a verdict. И когда они именно выносят вердикт, это их сила, она влияет. It is vital. И очень важно. Very important. Очень важно. That judges fear God. Чтобы судья, он боялся Бога. And regard every person. И в соответствии с этим. That comes before them with fairness. Которые приходят к нему, чтобы он судил именно честно.
Из 3 по 5 стих. «В том же городе жила вдова, которая постоянно ходила к нему и умоляла: „Защити меня от моего противника“. Некоторое время судья ей отказывал, но в конце концов решил: „Пусть я Бога не боюсь и с людьми не считаюсь, но так как эта вдова постоянно надоедает мне, то я разрешу ее тяжбу, иначе она замучает меня своими просьбами“». И мы видим, что Иисус, он описывает вот этого судью, who seems to be weary, tired of his job, который уже в определенном моменте, он устал уже от своей работы. Too many people come to him. Очень много людей, по всей видимости, приходили к нему with endless complaints and needs. С различными жалобами, с различными проблемами. He has to decide, и он должен был разрешить их вопросы, give advice, дать им какие-то советы and provide assistance to everyone. И вот должен был помочь каждому, кто приходил. After a while, it just becomes a job. И через некоторое время это уже стало просто как его рутина работы. Rather than a calling or a duty. Чем как бы призыв делать это дело, как бы благое, справедливое, он уже стал это делать как обычную работу. The sense of purpose in this role, и вот именно смысл этой роли его, can be lost. Она потерялась, смысл потерялся как таковой. A judge fills a key role in a community. Судья всегда нес определенную ключевую роль в своем комьюнити, в обществе. One who judges can't allow himself to be burnt out. И тот, который судит, он не мог доводить себя до состояния, когда он просто выгорал. The widow, as Christ tells this story, и вот эта вдова, как, про которую Иисус рассказывает, read verse 3. В третьем стихе мы можем смотреть. «В том же городе жила вдова, которая постоянно ходила к нему и умоляла: „Защити меня от моего противника“». She lives in this judge's city. Она жила в этом же городе, где был судья. And she had a problem. И у нее была проблема. Yes, she loved God. Да, она любила Бога. But the problem was bigger than she could handle. Но, скорее всего, что проблема была больше, чем она могла вынести. So this caused her great concern and worry. И это приводило к тому, что она очень переживала и не имела покоя. Because she was self-reliant and independent. Она была, she was what? Self-reliant. She relied on herself. She was independent. Она была, скорее всего, что независимым человеком и не на кого было полагаться, кроме себя. Одинока. She looked after herself. И она заботилась о себе сама. Someone, it doesn't say who. И кто-то, здесь не говорится кто. Took advantage of her condition. Скорее всего, попользовался ею, ее состоянием. And the result was a conflict or a problem. И в результате возникла проблема или конфликт, that she was unable to correct. Который она не могла сама исправить. Her only legal right under the law. И по закону единственное ее легальное право было. Was to go to the judge for help. Это было пойти к судье и просить вот этой помощи. To plead her case. Чтобы он рассмотрел ее дело. She appealed for justice. И она, скажем так, она практически искала справедливости. She begged the judge to listen, and that she was in the right. Она просила, чтобы он защитил ее, и чтобы он защитил ее права. And she wanted him to intervene for her. То есть практически она хотела, чтобы он вступил в ту ситуацию, в которой она оказалась. It seems she made multiple trips to the judge for help. И мы видим, что она не один раз приходила к нему, далеко не один раз, несколько. But he wouldn't listen. Но он ее не слушал. I am a judge. Это судья.
Защити меня. Verdict denied. Твое дело отвержено. Защити меня. Petition denied. Ваша петиция отвергнута. Защити меня, судья. No. Out. Уходи. Нет, твое дело отвержено. The widow's pleading continued. Вдова просила постоянно. Ее просьбы не останавливались. Some time went by. И некоторое время уже стало проходить. Некоторое время судья ей отказывал, но в конце концов решил: пусть я Бога не боюсь и с людьми не считаюсь, но так как эта вдова постоянно надоедает мне, то разрешу ее тяжбу, иначе она замучает меня своими просьбами. She needed relief. Ей нужно было освобождение. With the judge. С этим судьей, чтобы with, with someone. С тем, чтобы он разрешил ее конфликт с кем-то. Would anyone help her? Чтобы хотя бы кто-то ей помог. It seemed hopeless. Потому что ее ситуация, скорее всего, была безнадежной. Even the hardest heart that would not yield to sympathy can be worn down. One second. Can you hear me? Лучше? Лучше? Происпрекорно слышите? Да? Even the hardest heart. Даже самое тяжелое сердце, твердое, that wouldn't sympathize, которое бы не сочувствовало, can be worn down by the person coming again and again before you. Уже просто бы ему надоело, и он бы устал от человека, который постоянно приходил и просил. There came a moment of exasperation. И вот пришел момент, когда уже просто был, ну, такой ключевой. He didn't want to see this woman come to him again. Он уже просто устал, и он сказал: Боже, не хочу ее видеть. Пожалуйста, помоги мне, судья, я уже больше не могу, помоги мне! Petition granted. Петиция одобрена. He decided to hear her case and dispense justice. Он решил решить ее дело, решить ее кейс и справедливо просто эту ситуацию разрешить. He didn't want to be embarrassed. Он не хотел быть опозоренным. Or become tired of her coming all the time. Он не хотел, чтобы она продолжала приходить и просто испытывать его терпение и надоедать ему. He just wanted to be finished with this woman. And her case. Он хотел просто закончить уже с этой женщиной и с этим делом. So he granted her justice and she won the case. И он даровал ей справедливое решение, и этот кейс был выигран. It was over. Он был закрыт. The woman learned a valuable lesson. И эта женщина, она выучила, скорее всего, очень ценный урок. She learned not to give up. Она выучила урок о том, что никогда нельзя сдаваться. She learned to be persistent. Она выучила урок о настойчивости в молитве. In the end, her right prevailed. И она выучила урок о том, что она выучила урок о том, что она должна. Раз. Раз. Выключаем. Она выучила урок о том, что ей следует настойчиво добиваться своего дела. Read verse 6. Ага. Шестой стих читаем. И Господь сказал: слышите, что сказал несправедливый судья? Так неужели Бог не... 7, 2, right? No.
Just six. Слышите, что сказал несправедливый судья? Here is a lesson for us to learn. И для нас здесь имеется важный урок. How we should approach our relationship with God. Как мы должны относиться к нашему отношению с Богом? God is the righteous judge of all the earth. Потому что Бог, Он есть справедливый судья над всей землей. And His judgment is always fair and impartial. И Его суд, Он всегда честный, правильный, справедливый. And His timing is right. И Его время ответа на нашу просьбу всегда верно, всегда правильно. Jesus gives this lesson in verse 7. И вот в 7 стихе мы можем дальше читать. Иисус говорит: «Так неужели Бог не защитит Своих избранных, которые взывают к Нему день и ночь? Неужели Он будет медлить с помощью?» We are the elect, God's called and chosen body of Christ. Господь назвал нас избранными, избранными членами Церкви Его. We often question whether He hears our prayers. И нам очень часто бывает, что мы задаем вопросы, слышит ли Бог наши молитвы. Or understand that we need immediate answers. И понимает ли Он, что нам нужен немедленный ответ? Daily we come before God with our requests. И мы каждый день приходим с нашими просьбами к Нему. For healing. За исцеление. Financial needs. Финансовые нужды. Family problems. Какие-то семейные проблемы. When we can't sleep or eat, we pray to God. Когда мы не можем кушать или спать и нет покоя, мы молимся к Богу. For His mercy to help us. Мы просим Его милости, чтобы Он помог нам. God hears it all. И мы должны понять, что Бог все это слышит. Christ says He bears long with us. Сказано, Христос говорит, что Он несет наши немощи вместе с нами. He knows instantly before we appear before Him. И сказано, что Он знает наши просьбы даже перед тем, как мы откроем уста и скажем. What we need. Что нам нужно. He hears every word of our prayer. Он слышит каждое слово нашей молитвы. He's not deaf. Он не глухой. Then Christ says in verse 8. И в 8 стихе дальше мы можем читать. Говорю вам, Он без промедления защитит их. Но когда Сын Человеческий придет, то найдет ли Он веру на земле? So the real lesson is our faith. То есть настоящий урок – это наша вера. So what is faith? Что есть вера? In Hebrews 11:1. Евреям 11 глава, 1 стих. Faith is the assurance of things hoped for. Вера есть осуществление ожидаемого. The evidence of things not seen. Подтверждение того, что мы еще не видим. Faith is what we believe. Уверенность в невидимом. Вера это то, что мы верим. What we speak. То, что мы говорим. And how we speak. И как мы это говорим. Remember, life and death is in the power of the tongue. Помните всегда, что и жизнь, и смерть, она в силе наших уст, нашего языка. If we still speak the negative problem after we pray, если мы помолились и продолжаем негативно говорить об этой проблеме, will God answer us? Ответит ли нам Господь? Sometimes we hold on to our sickness and tell others how bad we hurt. Иногда мы нашу болезнь держим при себе и другим жалуемся, как плохо нам. Does God honor that? Господу нравится ли это? Or does He honor faith to believe God? Или все-таки Он смотрит, чтобы у нас была вера, когда мы доверяем Ему? No matter what it looks like or feels like. Несмотря даже на то, как мы себя чувствуем и как это выглядит. We can't look and speak the problem. Мы не можем смотреть на проблему и проговаривать и повторять ее постоянно. We speak healing scriptures. Наоборот, мы должны говорить, если касается исцеления, то стихи об исцелении. We speak the word back to Him. Мы должны Божье же слово повторять и говорить к Нему.
I want you to write down these two scriptures in Romans 4. Я бы хотела, чтобы вы записали себе где-то Римлянам 4 глава 17 through 21. 17 глава 21 стих. And 2 Corinthians 4:18. И 2 Коринфянам 4 глава 18 стих. God calls those things. Бог назвал эти вещи. That be not. Чтобы они. As though they were. Бог назвал несуществуемое как существуемое. Call yourself healed and whole. Называете ли вы себя, что вы здоровы и что вы в полноте и в исцелении? Strong every day. Что вы сильны каждый день? Проговариваете ли вы это в свою жизнь? The enemy wants you sick. Потому что дьявол хочет, чтобы вы постоянно болели. God's word says you are healed and well. Но Божье слово говорит нам противоположное, что so, вы исцеленные, здоровы. So act like it. Тогда по своим действиям и поступайте так, как вы здоровы. Because the things that are seen. Потому что те вещи, которые мы можем видеть and felt, и, может быть, даже чувствовать, are temporary. Это вещи временные. But the things that are not seen, но те вещи, которые невидимые, are eternal. Они вечны. When you speak the word of God, и вот когда вы говорите Слово Божье, angels fight for you in the heavenlies, то ангелы, они воюют за вас в небесных высотах. And around you. И вокруг вас ополчаются. In Luke 19, Jesus said, и в 18 главе Иисус говорит, He has given us, что Он дал нам, the believers, верующим, to tread on serpents and scorpions, наступать на змей и на скорпионов, and over all the power of the enemy. И на всю силу вражью. All. Всю силу вражью. We have authority. И у нас с вами есть власть и авторитет. In the name of Jesus. Во имя Иисуса Христа. To bind the enemy. Чтобы связывать врага. Over sickness. Именно когда касается болезни. Over disease. Какое-то заболевание, немощь. Over financial problems. Если какие-то финансовые проблемы. Family problems. Если семейные проблемы. And everything else. И чего бы это ни касалось. 2 weeks ago, my basement was flooded. 2 недели назад случилось так, что пани Мария затопил бейсмент. It poured so fast and so quick. Настолько быстро произошло это затопление. Everything was flooded. И все было затоплено, все плавало. And I got 2 shopbacks machines that sucked the water. Это как пылесос, который вытягивал воду. Out of the wall. Именно прямо со стен. So this Thursday and Friday. И вот в этот четверг и пятницу. I was prepared because it rained again. Я уже внутренне как-то готовилась, потому что обещали большой дождь. I bound the enemy. Но я стала связывать врага. I told him he has no right to my property. И я сказала, что у него нету права на мое имущество. And in the name of Jesus. И во имя Иисуса Христа. I pled the blood of Jesus over my house. Я просто призывала кровь Иисуса Христа на весь свой дом. My basement, на мой basement, the walls, на стены, на все, the deck, на deck, and I charge my angels, и я просто как бы призвала ангелов своих, according to Psalm 91, потому что есть Псалом 91 или 90 Псалом, to keep my basement dry, чтобы он послал ангелов своих, и чтобы они держали просто весь basement сухим и охраняли. And it was. И так и случилось. Friday, и в пятницу, I was picking up my grandson from school. Я забирала своего внука со школы. In Troy. В Трое. 4 miles from my house. И 4 мили где-то от моего дома. It was pouring so hard. И вдруг начался такой ливень. That after I dropped him off at my daughter's house. Что после того, как я его привезла в дом своей дочери, I came home. Я вернулась домой. And my basement was dry. И мой бейсмент оставался сухим. I knelt on the floor. И я просто упала на пол. And thank God. И стала благодарить Господа. We can have what we say. Мы можем иметь то, что мы и говорим. Get to know the word of God. Знайте Слово Божье. Study it.
Изучайте его. Believe it. Верьте в него. Because it's true for you. Потому что это правда для вас. When you are discouraged, когда к вам приходит какое-то разочарование, put on a tape of praise and worship. Включите себе прославление. Listen to the words. Включите прославление, музыку, песни и вслушивайте слова. Quit all the negative thinking and talking. Перестаньте думать негативные мысли и негативные слова не произносите. Bring every negative thought и всякую негативную мысль to the obedience of Christ. Свяжите в подчинение Иисусу Христу, как и сказано в Писании. Resist fear. Противостаньте страху, не давайте страху обитать. Bind the devil in every area of your need. Связывайте дьявола в каждой области вашей жизни, где есть проблемы. Nothing is impossible with God. И для Бога нет ничего невозможного. Christ's message to us. И послание Иисуса Христа к нам. In this parable. Вот именно в этой притче. Means to stay with me. Означает то, что оставайся со мной, верь в меня. In chapter 18:1, the first verse. И вот в первом стихе здесь. It says we are always to pray and not be discouraged. Когда он начинал, Иисус сказал, желая показать ученикам, что следует всегда молиться и не унывать, Иисус рассказал им такую притчу. Он рассказал притчу о вдове. Answers don't come immediately. Вы знаете, что ответы не приходят моментально на наши молитвы. So don't quit praying and believing God for your needs. Но не останавливайтесь в молитве за ваши нужды к Богу. His word in Luke 11:9-10 says. И слово Божье в 11 главе 9-10 стих говорит нам следующее. Says to keep on asking. Сказано, просите и стучите. And knocking. И стучите. And it will be given to you. И дано будет вам. No matter how long it takes. Не имеет значения, как долго это займет. His promise is for us to stay with him. Есть обетование его, что он всегда будет с нами. When we are healthy and happy. Но получается, что мы не всегда с ним, когда мы здоровы и счастливы. And when life is good. И когда жизнь хороша. Stay with him when you're sick. Вы должны оставаться с Богом. And suffering. Оставайтесь с Богом и тогда, когда не очень хорошо, когда вы страдаете и болеете. Stay with him when all you're worked for is gone and lost. Оставайтесь с ним тогда, когда, может быть, труд, который вы совершали, он остался никому не нужным. Stay with him when you're all alone and old. Оставайтесь с ним, когда вы уже, может быть, в старом возрасте и одиноки. Stay with me, he says. Он сказал, будь со мной. One more time. Еще один раз. One more prayer. Еще одну молитву. To your last breath. До самого последнего вздоха на земле. Because there is no other God. Потому что другого Бога нет. There's a favorite song of mine I play. Есть одна из моих любимых песен, которую я часто включаю. When I get discouraged. И особенно когда приходит такое разочарование. It's called Just Give Me Jesus. Она называется Дайте мне Иисуса. And the words are in the morning when I wake. И слова следующим. Каждое утро, когда я просыпаюсь. Give me Jesus. Дайте мне Иисуса. When I'm all alone, когда я одна, when I'm dying, когда я умираю, you can have the whole world. Вы можете иметь весь мир. Just give me Jesus. Но дайте мне Иисуса. In the Old Testament, и в Ветхом Завете, kings who knew God, цари, которые знали Бога, would first speak the names and meanings of God to him. Они сначала говорили имена и значения имен Богу. How powerful he was. И они как хвалили Бога. The world he created. Как прекрасен мир, который он сотворил. His love and his mercy. Как прекрасна любовь его и милость к нам. They prayed and worshiped him before they went into battle. И они даже перед тем, как шли на войну куда-то, они молились и прославляли его. Before they fought. Перед тем, как они начинали воевать, God will do the same for you. Они восхищались им.
He will finish what he started in your life. И Бог, он может делать то же самое для вас. Он закончит то, что он начал. If you stay daily with him. Если вы каждый день будете верны ему и оставаться с ним. He expects us to trust him. И он ожидает, чтобы мы доверяли ему также. Because we believe in him. Потому что мы верим в него. And we have a relationship.